Мам, пап, Айзек только что сделал что-то крутое. Что, он нашел спички? Нет, он коснулся свечей пальцем, и они загорелись. Сделай так еще раз. О, я покажу тебе разные фокусы, Анна. Айзек, мы с Джоном поговорили. Мы благодарны за ужин, но мы очень устали после переезда и собираемся лечь пораньше. Сразу после ужина. Просто хотела, чтобы вы с дедушкой знали. О, дедуля, ты слышал? Нас пригласили остаться на ночь. Нет, Мы тронуты, мам. Нас никогда не приглашали остаться на ночь в доме, как этот. Я не приглашаю вас остаться на ночь. Я говорила, что хочу, чтобы вы ушли после ужина. Если не раньше. Ой, да ладно. Я знаю, что здесь хватит места для всех нас. 6 спален, если я не ошибаюсь. И это не считая игровой комнаты. И дополнительной. И даже той запертой, куда вам не попасть. Откуда ты про нее знаешь? А вы как думаете? Ты уже бывал в этом доме. О, подруга, да у тебя фонтан.